Бич. Молодец, ориентировалась вовремя. Вот это и это. Мугурей. Я обычно запоминаю все. Хантай. Эч. Надо больше громче крикнуть, ща они сморщатся и такой ща. Выглядилось, короче, знаешь, как это такое, выглядилось что-то. Я у гопы часто так бывает тоже. Фигню какую-то делаю дома, часто. Делаю качественно. Тихон как я такие. Эйч, умрей! Саша, вперед не гнись, спинка ровненько расслаблена. Не! Yeah.
скручивать надо сейчас. Скручивать. Или кот. Еще и пинает его. Ты что творишь-то вообще? Соберись. Не веди себя как клоун. Навра. Саша, руками не обязательно было так вот что-то искать. Отстаешь немножко еще как-то. В себя уходишь. Вылези со скорлупы с этой. Кихонката. 8-й килл. Ниги санчинати. Ей. Каджима. На 4 счета. 1, 2, 3. Ше! Только изменения могут что на 2 сделать, чтобы ритмику оставить, как бы кушинскую. Потому что когда вперед-назад ходишь, там, допустим, да, на 4 счета, 1, 2, 3, кири, ну ей долго, как бы. Ну, многие вещи, я думаю, что поменяются и в этом направлении. С таймингом тоже работает. Кихонката. Саша, надо поворачиваться на носочек, развернулся, на носочек, развернулся. Каджима. Не спеши. Надо, чтобы вместе шли ручки и ножки. Правильно? А не так, что ты делаешь быстрее, считаешь медленнее. Считаешь с одной скоростью, делаешь быстрее. Не! Маленький миксер, короче, получается. Становишься и сверху если видеть, как бы посмотреть, ты разворачиваешь, короче, что-то двигаешь, не такая. Науре? Ката, Такёк Сону-сан. Ей! Мугурэй. Ич. Молодец. Это все вместе в целом очень сильно влияет. Это дух. Дух. В том числе. Даже когда ты не понимаешь, что делаешь, ты по-другому себя чувствовать начинаешь.
Как же вы? Хере! Дихон марафон. Мугуры. И до самого конца. Руками, блоки, ногами. Как же вы? Ос! 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 Скорее всего, дзинкуцу буду, хаджимы. Ос! 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 Ще! Ос! 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 Ще! Может получиться так, что сначала переход, и потом переход. То есть замах, блок. Ай! То есть, если Шихан скажет в четверг, то вот таким вот образом. Дальше. Святому Васе укрепку руку сюда. Продолжай дальше, Саня, ты помнишь. Ос! Амплитуду больше. Ос! 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 Ще! Руши наносишь туда. То есть твоей вере идешь ее в сторону. Сбиваешь в голову. По глазам можно наносить. Можно просто вытащить, что-то сделать. То есть можно... Вперед, вот она рука летит у тебя сверху, ну ките сделать в голову, туда в кабину. То есть можно и выше сделать, правильно? И то есть, когда она делает в конце, вперед поговорить, туда, видишь, да? Либо в глаза. Хочешь ты, хочешь, чтобы вообще вот если такой шаман, там раз туда, за счет в этот раз. Большой палец. Что угодно, можно фантазировать. Тут только границы твои, как бы, это предел твоего воображения, как ты можешь сделать. Базовые правила просто оставляйте, вот, чтобы они целые были. И удар ногами. Как же мы? Раз, два, три, четыре. Быстрее считай давай. Ось.
Кто у нас там разговаривает? Как же так? Ручки отсюда. Эч. Ось. И. Ось. Все. Ось. Бугуры, как же мы? Ось. 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 Саша, Александр, как называется? Кассет, как называется? 12 улиц. Мы 7 сейчас делаем. Ой? Да. 12 улиц. 12 улиц. Почет. Ич. Ось. И. Дальше наш шестой тур на желтый пояс. Все остальные садимся, быстренько прогоним. У нас еще время будет поработать над вашими ката. То есть 18-10 всего лишь. 18-10. То есть если старшая группа отдельно занимается, а малышей, которые бардак делают, мы очень много можем успеть. А мы всего лишь чуть-чуть выкинули. Дорогу выкинули и все. Накатай! Учим свой пояс плюс один. Помнишь? Вот. Ребят, сзади надо себя хорошо вести, а не вот и болтать. Марафон. Вопрос на засыпку. Вы помните, что в каждой изученной стойке на свой пояс нужно уметь делать блоки и удары ногами? Да. Информация для размышления. Шестой тур. Стойте сюда, седайте. Вот в ней надо сделать. Где-то у вас и двери, а сердце двери, туда много двери. В окен все прогнать, короче. И вот с этим зубом.
Кто смог? Кто смог? Мне показывал просто, как это делать. Мы на всякий случай попробовали это все. Выполнимые задачи это никто не делал 100%. Потому что это нужно очень любить свое дело. Кихон, нажим кихон. Пойми, давай. И... Хаджима. Матвей, там нормально, я понял. Иди себя, иначе ты не сдашь на поезд, я тебя раз так предупредил. Больше не буду. Мугурай, хаджима. Помягче. То есть абдоминальные мышцы живота это сверху вниз, слева как раз веревка такая и справа. Ну и там еще косые есть. Как бы. Но между ними пустота. Если операцию делают, то это делают по центру сверху вниз. Раз. Продолжаем дальше. Ич. Отжимать. Не бесит сюда.
Хаджибе. Че? Ручки слишком широко, не это самое, сейчас они... Слишком широко, как бы, да? Но вот училка, то же самое, ручки не отводят перед спиной. Здесь, вот. Тут гармонично, низ вверх, гармонично, одинаковые ширины, то есть база такая. Гери, я Акуцуки сразу же. Больше слушать, чем говорить. Потом поймешь, чем это был плюс. На самом деле, угры. Готовы? Как себя чувствуешь? Отлично. А что, мокрая такая вся? Тренируйся. Как себя чувствуешь? Отлично. Еще разок. Мугурей. Пина сонный, сонный ни. Ей. Хаджиме.
смотреть, куда надо ее хагири делаешь. Бедру и от бедра. Ты готова? Да. Уверена? Да. Пальчики выпрями. Разожми. Дрожать. Науре. Саша, ниже надо делать. Ты халявишь.